Ну, я так думаю, что законодательная база Государственного совета Республики Татарстан, Государственная дума, довольно-таки сильна в отношении детей, потому что на сегодняшний день много законопроектов принимается прежде всего по вопросам, связанным с наркоманией, с использованием всевозможных синтетических средств одурманивания, по-другому никак не скажешь. Очень много по охране здоровья принимается законопроектов. Очень много законопроектов также принимается и по вопросам охраны детства. Вот в последнее время я была на парламентских слушаниях. Очень такая актуальная тема для сегодняшнего дня – это вопросы о насилии над несовершеннолетними детьми. Здесь, к сожалению, имеется негативный фактор со стороны окружающих людей, со стороны родственников также. И поэтому на сегодняшний день один из таких вот важных вопросов – это очень внимательно всем нам, нашему обществу, относиться к этим вопросам, смотреть за тем, как ребенок растет в нашей социальной среде. Любое нарушение со стороны родителей, со стороны близких родственников, в том числе всех тех, кто работает с детьми, должно очень сурово наказываться. Я думаю, что на сегодняшний день ребенок в постоянной опасности находится, на мой взгляд, имея в виду на улице прежде всего. Это факты, которые насилие совершается, к сожалению, над детьми. Это дорожно-транспортные происшествия, которые происходят. Это огромная, к сожалению, доверчивость наших детей к посторонним людям. И вот над этим мы должны постоянно работать, потому что угроза жизни детей, в том числе и имеется в виду вот сейчас летняя пора, загородные лагеря, пришкольные. Мы все, взрослые, должны очень серьезно смотреть за нашими детьми, потому что вода, она является не только оздоравливающим элементом, но в том числе и бедой, которая может произойти в любой момент. Я думаю, что сегодня действительно мы говорим о том, что, слава богу, мы избежали такого страшного слова, как война, но, тем не менее, опасность для детей со стороны всевозможных террористических актов, она все-таки существует. И детей надо научить бдительности. Сегодня вопрос не только терроризма актуален, но и, безусловно, пребывание в местах массового пребывания вот детей. Также недавняя трагедия в Кемерово дает нам еще раз знак такой, что мы должны быть более внимательными к нашим детям. Ну и я думаю, что на сегодняшний день законодательная база довольно-таки серьезная. Большое внимание сегодня уделяется также и многодетным семьям, приемным семьям, опекунам, которые работают с детьми. И здесь тоже нужно очень внимательное отношение со стороны исполнительных органов, затем, какие приемные семьи попадают, чем занимаются в приемных семьях с детьми. То есть все эти вот вопросы, они требуют нашего внимания. Я думаю, что ребенок, как говорится, у семи нянек даже может остаться без внимания. Поэтому всем нужно быть всегда предельно внимательными к жизни ребенка, к его воспитанию, к его мирозданию, его в целом отношение к другим детям, которые находятся рядом. На мой взгляд, что действительно воспитание, начиная с самого маленького возраста, в этом маленьком человечке, в гражданине, сформировать личность – это огромная задача нашего общества. Татьяна Васильевна, вот один из последних законов, который был принят в Татарстане в поддержку именно вот рождаемости, в поддержку семей, которые хотят иметь детей, вот именно на селе. Вот что об этом вы могли бы сказать? На самом деле этот законопроект, я считаю, в общем-то, его можно было принять даже намного раньше, потому что в селе, к сожалению, наблюдается отток населения, но, тем не менее, принятое постановление Кабинета министров, в целом вот закон наш, который подтверждает это, на селе женщины до 29 лет
те, кто рождает первого ребенка, они 50 тысяч получают, если они прожили на селе 3 года. И те, кто третьего ребенка рожает тоже на селе, 100 тысяч. Это хорошее подспорье для семей сельских. Ну, тоже первые такие есть факты вручения сертификатов. На сумму и 50 есть, и 100 тысяч. Я была в Новошишминском районе, и там мы вручали эти сертификаты. Такие есть и в Заинском районе, поэтому надеемся, что в ближайшее будущее чествование этих тоже будет, конечно. Ну, я думаю, что необходимо также обратить внимание на то, что когда мы говорим вообще о поддержке семей, то не надо забывать о том, что решением Кабинета министров, постановлением, было определено 200 тысяч рублей единовременно вручается тем семьям, которые усыновили ребенка-инвалида. У нас сейчас в базе очень довольно-таки большое количество детей находится, которые ждут свою приемную семью, ждут своих мам, пап, но, к сожалению, большая часть из них – дети-инвалиды. И, конечно, более сложнее идет этот процесс усыновления. Я сама возглавляю региональный проект «России важен каждый ребенок». Мы работаем с детскими домами. Вот сегодня Приволжский детский дом, аквапарк, к его услугам. Вот. И поэтому я думаю, что все вот мероприятия, которые мы проводим совместно с фондом «Акбарс Созидания», они очень существенные. Наша задача не только привезти подарки в детский дом, но найти семью для этих детей. Татьяна Васильевна, сегодня все-таки 1 июня, День защиты детей. Что бы вы хотели пожелать всем детям? Я хотела бы пожелать прежде всего в этот День защиты детей родителям большого внимания к своим детям, умение быть добрым, вдумчивым, умение воспитать хорошего гражданина нашего общества. Ну а всем деткам, которые сегодня отмечают этот праздник пришел в каждый дом, я желаю прежде всего счастливого детства, хорошего настроения и как можно больше уделять внимание развитию ребенку и саморазвитию необходимо. Ну, конечно же, не только здоровья, успехов, счастья, настроения, побольше улыбок, огромной дружбы с детьми разных национальностей. Ну, безусловно, вот все мы, родители, бабушки, дедушки, сегодня с удовольствием отмечаем этот день. И каждый успех, ребята, каждый ваш шажок для нас очень важен. Растите хорошими, добрыми, честными людьми.